Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Носителям этого имени очень важно, чтобы их любили, признавали их заслуги и усилия, восхищались результатом их трудов. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Чаще всего владельцы этого имени достигают своей цели путем приобретения значительного материального и общественного положения, что им удается благодаря личным достоинствам и заслугам. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Склонны проявлять сдержанность и могут быть застенчивыми. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.